Откуда берется вот это состояние такое? Оно берется, потому что человек начинает ставить программы ненависти. То есть, откуда деваются силы? Человек очень часто насмотрится какой-нибудь фигни. После этого, допустим, там трансерфинг реальности и так далее. И после этого устанавливает программу и делает так. Там, скоро я заработаю миллион долларов США, или у меня уже есть миллион долларов США, а человек работает на обычной работе. Вся его энергия начинает на протяжении суток постоянно идти туда, для того, чтобы реализовать это. Или, допустим, там, чтобы эта Зина сдохла, собака. После этого эта Зина начинает болеть, а энергия того человека, кто поставил эту программу, она должна расходоваться именно на реализацию данной программы. Потому что в сердцах сказала, после этого реализация программы начинает идти, и нужно энергию отдавать. Энергия начинает отдаваться, человек начинает себя плохо чувствовать. Исчезают силы, исчезают